До 20 августа учреждения образования Минской области должны быть готовы к новому учебному году. Будет подписано 1110 паспортов. Сейчас ведется активная подготовка, приводятся в порядок учебные кабинеты, спортзалы, пищеблоки, благоустраиваются прилегающие территории. На эти цели выделено около 15 миллионов рублей для учреждения образования. Также планируется приобрести 4 компьютерных класса и оргтехнику. Для садиков новое оборудование, а еще пройдет реорганизация учебных заведений. В этом году планируется ликвидация 3 учреждений образования и реорганизация 4 учреждений образования. В ликвидируемых учреждениях образования всем учащимся будет организован подвоз в близлежащие учреждения образования, будут трудоустроены все работники. Ликвидация и реорганизация проходит в связи с уменьшением контингента учащихся в учреждениях образования. К слову, сейчас ведется строительство школ в Столбцах, Смолевичах, Колодищах. Детский сад откроют и в поселке Дружный Пуховического района. Готовят к новому учебному году и школьные автобусы. На данный момент их 284. Особое внимание мерам безопасности. Везде проверят системы видеонаблюдения.